Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Российской Федерации по Новосибирской области, 10 апреля в лесополосе за домом номер 9 по улице Бурденко в Новосибирске был обнаружен труп мальчика возрастом около 10 лет. Прибывшие на место следователи начали работать над выяснением личности погибшего и обстоятельств его смерти. По предварительной информации, школьник умер недавно, но точное время смерти и ее причины можно будет узнать только после судмедэкспертизы.